Пора заняться делом. Владелец стрип-клуба, Дом Осмонд, также является осведомителем Блейка Декстера. Это он навел его на след Виктории. Я вычеркну его из нашего уравнения, пока он не причинил еще больше вреда. От себя. Птаха рассказал мне об этом не по доброте душевной. Эй, какого черта? Где досье? А мне откуда знать? Лежало здесь. Слушай, паскуда, мне плевать, кто виноват и чей это косяк. Верни мне деньги! Иди-ка ты нахрен! Ты кем себя возомнил? Щегол! Что за... Господи, ты твою налево. Тони, нас никто не слышит? Да, у нас тут небольшие проблемы. Нет, все пошло наперекосяк. Я понятия не имею, что произошло. Я точно знаю, что файл был там. Но взял да исчез. Этот мужик озверел. Наставил на меня ствол. У меня даже выбора не было, понимаешь? Слушай, нам надо... Эй, заткнись! Мы оба по уши в дерьме. Подгони сюда машину. Скинем тело этого урода в реку или еще куда. Да, снова... Все! Боже! Ну и идиот! Там грязно. Пожалуйста. Только зеленые.
Ну что, подождали? Собаки! Пустые собаки! Кто заказывал жареные овощи? Овощи с бурым рисом, пожалуйста! Вы хотите лосось? Но вам сырой и приготовленный. Заказывайте! Я все расскажу. Вейт? Да, местные ничего не говорят. Видимо, покрывают его. Ты понимаешь, что на улицах битком народу? Вот как? За твой счет? А сколько баб? Давай еще приватный зайчик. Ух ты! Отдохну знатно. С меня за это только найти птаху, так? По рукам, договорились. Открывай шампанское и готовься меня угощать. Слушай, если я скажу тебе «птаха», то что ты мне ответишь? Утка по-пекински? И правильный ответ. Итак, тупица, продолжим. Повторяю еще раз для глухих. Где тот, кого зовут Птахой? А еще я хочу узнать что-нибудь о лысом уроде. Говори! Прошу вас, я не знаю никакую птаху. Последний шанс. Считаю до одного. 10. Приготовленный.
Развлекайтесь. Вот ваша сдача. Спасибо. Здесь на всех хватит, не волнуйтесь. Шел с тем ковбоем. Реально жесткий чувак. Кажется, они подались куда-то в центр. Ты опоздал, 47-й. Я делаю то, что должен. Мистер Вейт, что вы предпочитаете? Найти девчонку или потратить пулю? Часики тикают.